Кстати, как будет развиваться посткарантинное сотрудничество Казахстана и Китая, президент сегодня обсудил с послом КНР Чжан Цяо. Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимоотношения двух стран не подвержены каким-либо конъюнктурным политическим тенденциям. Казахстан и Китай остаются близкими соседями и стратегическими партнерами. Глава государства затронул тему увеличения пропускной способности на казахстанско-китайской границе в постпандемийный период. Токаев также предлагает возобновить регулярные авиаперевозки. Поговорили о том, как можно скооперировать общие возможности и в рамках национальных документов двух стран – Нурлы-Жол и Пояс и Путь. Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил председателя КНР Син Цзяньпиня посетить Казахстан с госвизитом в удобное для него время и поблагодарил за поддержку в период пандемии.